наверное, скажу то же, что и все. Татарская речь со сцены Большого театра. Так редко, когда благодарят за вручение золотой маски. В этом году ее взял казанец Нурбек Батулла. Так выглядит золотая маска, которую мы получили вчера. Мечта каждого театрала теперь и в руках Нурбека. Маска пришла к нему за постановку «Алиф» о перипетиях татарского алфавита ритмом и телом. Наши корни сократились до 100 лет только, да, вот самое древнее, что мы можем вспомнить, это Тукай. Вот чтобы это как-то переосмыслить эмоционально, энергетически. Его движение – это буквы и слова. Инструменталисты, вокалисты ловят ритм Нурбека. Поэтому сам танцор говорит, что это не моноспектакль, и заслуга общая, а цель одна. Если мы хотим жить как народ, как живой народ, не законсервированный, то нам надо быть живыми, как бы это странно ни звучало. Нам надо быть конкурентоспособными. Маска Батуллы стала 6-й в копилке татарстанских театралов. Первым премию взял казанский ТЮЗ. Маску в свое время также вручали Минтимеру Шаймиеву, режиссеру Камалского театра Марселю Салимжанову, оперной диве Альбине Шагамуратовой. Маска есть и у актера Рината Тазетдинова. Сегодня звездный час Батуллы. Танцор великолепный и человек прекрасный. Танцором ты может и не быть, но человеком быть обязан. Больше показов и откликов от фестиваля. Нурбек ждет от маски новых возможностей, чтобы о татарском узнали многие. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.